Друзья, привет-привет! У нас очередные новости из парусной деревни. И, как и в прошлый раз, уже стало славной традицией идти в океан не в одиночку. Со мной в этот раз пересекут Атлантику люди, которые поддерживали мой проект и продолжают поддерживать. Члены команды, члены медиакоманды, препараторы. И имена этих людей я с удовольствием клею на разные части своей яхты. Кстати, если вы все еще хотите поддержать мой проект, это будет возможно на протяжении первого этапа. Еще можно будет оставить заявку, и мы вас тоже наклеим. Итак, мы предлагали разные варианты стикеров. Это стикеры на киле, на бушприте, на мачте и на корпусе лодки. Сейчас кто же у нас поедет на киле? Виктор Герченко едет на киле. Виктор Герченко. Кольцов Александр. Михаил Воронов. Ну что, пошли клеить тех, кто поедет на мачте и на бушприте. Сергей Подшивалов. Спасибо сотрудникам, которые сделали такой подарок своему руководителю. Весь коллектив отправится со мной в Трансатлантику. Девушки Екатерина Сычева и Ольга Марткович. И снова Кольцов Александр, и снова Sunsails Женя Рекунов и Александр Кульцев. Алексей Кравцов и Ересов Сергей. Который нам очень помогал с медиа. Наша команда подготовителей Василий Алексеев, Михаил Рюкин и Алексей Попов. Спасибо. Андрей Петров собственной персоной. Ангел-хранитель Алла.
Михаила Бурцева. Когда-то давно помог вообще все это запустить. Михаил Моторуев, Александр Иванов и Юлия Тышкевич. И Владимир Макаров. И Ольга Сарма. И большое спасибо Саше Соколенко, который поддерживает нас, поскольку он присоединился к нашей команде только сейчас. Мы пишем его фломастером. Саша Харис-Соколенко. Эта поддержка очень важна как для моего проекта, так и для парусного спорта в целом. Благодаря таким людям я могу двигаться вперед. Ура!